Губернатор Андрей Бочаров встретил крещенский сочельник в Михайловке. Туда глава региона отправился накануне с рабочей поездкой. Вместе с председателем областной думы и руководством Михайловки губернатор посетил праздничное богослужение в храме святого Николая Чудотворца. Многие в этот день успели пройти обряд причащения. История храма уходит в начало прошлого века, и сведений об одном из старейших приходов региона не так много. Здание современного храма построили 30 лет назад. Сегодня при храме действуют детская и взрослая воскресная школа и даже православный детский сад. Этот праздник для каждого человека. То есть мы как бы еще раз освящаемся, еще раз обновляемся и приходим, по пути Христа, наверное, правильно сказать, идем.